6 сентября NCT TV исполнилось 6 лет. В очередной год жизни телеканала в эфире появились новые передачи, в том числе «Лепетушки», героями которой стали маленькие копейчане, и «Спелые советы», программа для садоводов и огородников. Изменились и итоги недели. Постоянными рубриками выпуска новостей в пятницу стали «Важно знать» и «Гость в студии». Еще одно достижение телеканала смогли оценить в конце лета копейчане, проживающие далеко за пределами города, но до сих пор интересующиеся жизнью родного края. Впервые в этом году трансляция праздника в День шахтера шла не только в прямом эфире НСИТ ТВ, но и в сети интернет. Концерт с большой сцены 27 августа на YouTube-канале посмотрели более 2500 человек. С днем рождения телеканал поздравили зрители. Поздравляю, желаю вам побольше клиентов, и что у вас было качественные программы и все остальное. И что вы долго-долго еще существовали. Поздравляю НСИТ ТВ с днем рождения, желаю успехов и всяческих интересных сюжетов, передач. Желаем всего лучшего коллективу сотрудников, все, чтобы было и хорошо у них, и еще лучше в нашем городе, чтобы было. Поздравляю ваш телеканал с днем рождения, желаю также успехов, процветания, больше клиентов, людей. Вот, и всего самого наилучшего. Интересный такой, познавательный, очень много нового узнаешь для себя, потому что мы же работа-дом, откуда еще узнать новости? Только из телевидения. Поздравляю, желаю вам творческих успехов и побольше интересных программ, чтобы нам было интересно и дальше смотреть вас. Чего ожидать от нового телесезона, остается пока сюрпризом для зрителей. Одной из премьер этого года станет передача, которая будет интересна тем, кто занимается воспитанием детей. Редакция НСИТ ТВ благодарит своих телезрителей и всех тех, кто помогает создавать информационную картину жизни города. Будьте в курсе событий, смотрите НСИТ ТВ.